Всемирно известная обсерватория Пик-дю-Миди расположена на вершине горы во французских Пиренеях. На протяжении десятков лет на высоте около 3000 метров над уровнем моря астрономы с успехом наблюдали за ночным небом. Однако сейчас ученые столкнулись с повышением светового загрязнения от больших городов, главным образом Тулузы. Когда они направляют свет вверх, это означает, что они освещают небо и мешают нам его увидеть. А также много электричества тратится впустую за счет налогоплательщиков. Видеть ясную картину неба без светового смога крайне важно для астрономических исследований. В настоящее время ученые выступают за создание так называемого «запаса темного неба» вокруг их места работы. Городские власти согласились учитывать проблемы астрономов, но теперь перед ними еще одна задача – найти золотую середину. Думаю, непременно нужно освещать туристические участки в городе и предоставлять достаточно света для безопасного передвижения местных жителей. С другой стороны, важно сохранить вид ночного неба в городе и в окрестностях. Вопрос не просто в освещении города, а в разумности его освещения. На данный момент власти Тулузы согласились ослабить свет и перейти на использование энергосберегающих ламп, в надежде таким образом разрешить разногласия с учеными.